Далеко не всегда для того, чтобы получить идеальную чистоту и непревзойденный аромат вещей, нужно покупать дорогостоящее средство для стирки. Можно воспользоваться и подручными вариантами. Сегодня поделимся секретами ухода за стиральной машиной. Как морозильная камера либо насадка для душа, она является отличным местом для размножения бактерий за счет влажности и тепла внутри устройства. В случае, если вы часто стираете белье и одежду при низкой температуре, микробы не только накапливаются на различных деталях стиральной машины, но и активно размножаются там. Чтобы очистить агрегат от вредных микроорганизмов, используйте ополаскиватель для полости рта. В стиральной машине он будет выполнять такие же функции, как и при стандартном применении – убивать микробы и блокировать неприятный запах. Поэтому средство является идеальным для внутренней дезинфекции и дезодорации бытового прибора. Способ применения очень простой. Нужно вылить в пустой барабан стиральной машины 120 мл раствора, предназначенного для полоскания рта, и включить режим быстрой стирки. После завершения процедуры вы можете надолго забыть про неприятный запах. Наш совет. Для стирки термостойких тканей используйте высокий температурный режим. Так вы сможете избавиться от всех микробов и бактерий, которые поселились в стиральной машине. Ведь они погибают при температуре 90 градусов по Цельсию. Пользуйтесь нашими советами и наслаждайтесь результатом.